Так, ну вот результат труда. То есть вот эта оцинковка, она превратилась в откос. Под ней запенено пеной. Здесь вот что не хватало, я здесь подпенил, подкрасил краской. Зима прошла, то есть я делал это в прошлом году. А сейчас весна, и я снимаю. Откос не промерз. Вот с этой стороны, видите, с этой стороны, вот там наверху, все отделал оцинковочкой. Теперь ни дождь, ни ветер, ни мороз, ничего не страшно. Потому что там под низом, под этой оцинковкой, еще раз повторюсь, находится пенопласт. То есть пена с бутылки, которая... Вот так вот выглядит дверь. Приворачивала я саморезами маленькими. Ничего страшного. В пластиковый откос. Состоит она из двух половинок. Нижняя половинка, верхняя. Можно было целую делать, но тогда мне было бы неудобно работать. Где-то чуть-чуть искривление и было бы уже нет. А так дверь смотрится прекрасно. Из двух половинок. Отстояла всю зиму, всем ветрам на зло, как говорится. Все хорошо.